утро! Сегодня мы с вами будем готовить вкусную, а самое главное, быструю закуску. Для этого нам понадобится тонкий армянский лаваш, зеленый лук, укроп, лосось, лимон и творожный сыр. Поехали! Начнем сначала с того, что мы приготовим очень вкусную массу, соус из творожного сыра. Возьмем сыр, поместим в миску его. А теперь нам понадобится лимон. Нужно выдавить немного сока прямо в миску. Сначала только разрежем его на две половинки. Безотходное производство. Сначала снимем немного цедры. Когда снимаете цедру, обратите внимание, чтобы вы снимали только цветную часть. Белую не трогайте, потому что именно она горчит. Но теперь мы выдавим сок. Я буду использовать вот такой вот гаджет, а вы можете это сделать руками. Нам немного сока нужно. Теперь отставим это и порежем зеленый лучок. Режем так, как вы любите. Я сделаю это мелко. Добавили лучок и перемешиваем все в однородную массу. Теперь порежем укропчик. Теперь высыпем наш укроп в пасту и перемешаем. Пасту мы с вами сделали. Теперь возьмем лаваш и намажем на него нашу заправку. Распределим пасту равномерным слоем по лавашу. Выкладываем наш лосось. Равномерно тоже стараемся это делать. У меня он уже порезан тоненькими пластиками. Лосось лучше предварительно нарезать тонкими пластиночками, чтобы было все вкусно и равномерно. Вы, кстати, можете использовать совершенно любую рыбу, семгу, нельму, какую найдете в холодильнике. А теперь мы это все дело свернем в трубочку. Рулетики у нас получаются толстенькие, поэтому я разрежу напополам лаваш наш. Мы свернули рулетики, теперь их порежем примерно толщиной 3-4 сантиметра. А теперь украсим зеленью наше блюдо и лимоном. Смотрите, какие красивые, аппетитные, ароматные у нас получились роллы из лаваша с лососем. Приготовьте их своим друзьям, и они будут без ума от счастья. Для вас сегодня старались Оксана Хикматуллина и Константин Фролов.